что же у нас было на прошлом уроке. Детях и их родителях.
Здравствуйте, уважаемые участники Московского международного салона образования 2020. Я Блинова Наталья, доцент Государственного университета управления. Приветствую вас на нашем круглом столе, где мы будем обсуждать важную тему родителей и школы в дистанции, новый опыт отношений. Дистанционка – слово, которое, мне кажется, повторяется каждые 10 минут на площадке ММСО. Много споров, много критики, предложений, идей. Яндекс опросил учителей. Школы осваивают ресурсы, платформы, обмениваются опытом, квалификация. Разработчики вдохновлены новыми продажами, востребованностью. Досталось всем. Не хватало компьютеров, трафика, навыков, знаний, компетенций, взаимопонимания. Но очень несладко пришлось еще одному типу человека, который скромно зовется в российском языке заказчиком образовательной услуги. Родители школьников нос к носу столкнулись со своим званием заказчика и превратились в менеджеров, которым приходилось организовывать, планировать, контролировать, мотивировать и еще материально обеспечивать весь учебный процесс в виде компьютеров, интернет-трафика, индивидуального рабочего места. Ну, кроме экономической составляющей, родители подогревались такими тревогами и эмоциями, что вообще происходит и неужели так будет всегда. Нам повезло вообще, что учеба продолжается, что учебный процесс не остановился, или это кошмар, и кто-то за этим, за всем стоит. С другой стороны, дистанционное образование не новость, технологии развиваются и проникают все больше в нашу жизнь, в ее разные сферы, ну, меняя мнение о нормальном, о качественном, о правильном. Неужели мы, взрослые люди, отыграть ситуацию в свою пользу, а точнее в пользу образования наших детей. И я счастлива представить наших экспертов, которые уверенно помогут нам за этот час разобраться в происходящем и дать какие-то рекомендации, советы родителям, учителям, школьным администраторам по поводу того, как нам вернуться в онлайн, вернее, выйти из этого онлайна и вернуться в нашу привычную очную образовательную жизнь победителями. Очень рада приветствовать наших спикеров. Приступу Елену Николаевну, заведующую кафедрой педагогики и психологии семейного образования Московского педагогического государственного университета, Наумова Леонида Анатольевича, первого заместителя генерального директора издательства «Просвещение», Склачева Антона Алексеевича, учителя литературы, председателя гильдии словесников, члена Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, Фишбейна Дмитрия Ефимовича, директора лицея Высшей школы экономики, и Рыбакову Екатерину Евгеньевну, президента Рыбаков фонда. Вот в такой замечательной, прекрасной компании предлагаю начать наше обсуждение. Первый вопрос, который я обращаю ко всем нашим экспертам и по очереди предлагаю им высказаться в первой части нашей встречи, дать оценку того, а что же нового вообще произошло? Или, может быть, это старые раны и незаконченные какие-то отношения, проблемы неразрешенные в офлайне перешли в дистант? И попрошу начать Наумова. Леонида Анатольевича, простите, и к вам, ну, вы, в общем-то, во всех ипостасях, вы и учитель, вы и директор, теперь вы издатель, но самое главное для меня важно, что вы историк, вы исследователь, и можете своим аналитическим умом нам так осветить, а что, вот на что обратить внимание важно именно сейчас? Я еще дедушка. Значит, я предлагаю это обстоятельство тоже учитывать. Да? Вот. Значит, ну давайте как историк. Мне кажется, очень хороший ход от историка. Да? Значит, нового ничего не произошло.
Произошла ситуация, которая нам была как бы понятна, только она была скрыта, а теперь она вышла наружу. Значит, подтвердилась ситуация, которую все знают, ну, профессионалы, но которая не всегда была понятна общественности. Образование – это не передача информации от детей, от взрослых детям. Образование – это общественные отношения, которые возникают в процессе передачи информации. Это общение людей между собой. Это социальное общение, это среда. В этой среде, в этих отношениях участвуют взрослые, дети, причем взрослые разбиты на две группы. Взрослые есть профессионалы, учителя, и непрофессионалы, родители. Родители связаны с детьми, родственными отношениями и имеют право представлять их интересы. Вот у нас такой сложный треугольник существует в отношениях. В этой ситуации одну группу профессионалов исключили из отношений. Сначала полностью, а потом они постарались вернуться. Весь треугольник в этой ситуации перестроился. Родители стали осознавать свою ответственность больше, чем раньше. Дети получили некоторую самостоятельность, с которой они теперь живут. То есть возникла новая система отношений. Если рассматривать ситуацию как историка, то она для меня, как историка, очень похожа на известный нам сюжет войны 12-го года. Как ни странно, когда русская армия, профессиональная армия, в течение полугода долго, молча отступала, досадно было. Вот это то состояние отступления и досады пережили там сотни тысяч российских учителей, потому что они не могли сделать то, что они должны были сделать. Они вынуждены были, они проявляли мужество, героизм, защищались, но все равно вынуждены были отступать. На каком-то этапе, значит, включилась дубина народной войны в виде родителей, которые, значит, попытались своими силами помочь этому процессу, так как они могли это сделать. Понятно, что, значит, дубина народной войны не может уничтожить вируса, не может победить Наполеона. Ни Василиса Кожина, командир партизанского отряда, ни героический Денис Давыдов, переодевшийся в крестьянин, отрастивший бороду, как мы все знаем, значит, да, снявший свою форму, не мог справиться, ну, заменить профессионала. Нам надо просто теперь заново договариваться профессионалам и непрофессионалам между собой, как действовать дальше. Мы все получили очень богатый опыт. Фактически за эти 2 месяца взрослые учились, взрослые, имеется в виду учителя и родители, намного больше, чем дети. Теперь давайте обсудим, чему мы научились, и сделаем шаг вперед. Да, спасибо, Леонид Анатольевич. Ну, очень, мне кажется, такое ценное наблюдение, что надо договариваться. Мне кажется, это вообще такой должен быть лозунг нашей беседы. Ну, посмотрим, что думают другие наши эксперты. Елена Николаевна, к вам вопрос. Вы учитель учителей. Профессор, доктор педагогических наук. Ваш взгляд на то, что произошло? Удивительный период, когда мы столкнулись с теми социальными феноменами, которые затронули абсолютно каждую семью и каждую образовательную организацию. Мы увидели, что семья, помимо функции социализации, воспитания, начинает решать и образовательные задачи. Когда мы говорим о переходе на формат дистанционного обучения, мы сразу видим, что помимо учителя как основного субъекта, который передает знания, формирует компетенции, создает условия для воспитания, полноценным субъектом выступает родитель. И мы увидели, что не во всех семьях создавались те благоприятные условия, которые являются фактором удовлетворения основных нужд и потребностей детей. То есть та среда, которая благоприятно влияет на усвоение информации, на сохранение здоровья, на поддержание активности ребенка и прочее. Мы с вами увидели, что семьи, где есть некие дисфункции, они могли углубиться, а семьи с психолого-педагогической грамотностью, с высоким уровнем развития родительской ответственности справлялись на 5 с плюсом. Мы с вами увидели, что в дидактическом треугольнике, где есть субъект, это учитель, есть содержание образования и есть учащийся, появляются еще и те игроки, которые несут знания на других платформах. И непосредственное образование, связанное с обучением и с воспитанием, стало опосредованным.
И мы увидели те дефициты, которые связаны и с профессиональными компетенциями учителя, с мягкими компетенциями, soft skills. Это может быть компетенции, которые повлияли на организацию, на тайм-менеджмент, на условия многозадачности, на быструю перестройку, на новый формат. И это как раз-таки показывает то, что необходимо обращать внимание именно на подготовку кадров, на повышение квалификации уже работающих специалистов в этом направлении. Кроме того, нужно помнить, что технологии дистанционные – это лишь средства. И главное помнить задачи и какие результаты. И какие бы технологии бы мы ни принимали, какие бы формы, очная или дистанционная, мы должны понимать, что качество образования – это тот результат, который, к которому мы должны стремиться в отношении каждого ребенка. И здесь мы увидели еще один большой плюс. Образование стало индивидуализироваться. И мы понимаем, что качество образования – это та форма, о которой думают и педагоги, и родители, потому что хорошее образование – это социальный лифт. И здесь не должно быть такого, что если углубляются знания по одному какому-то предмету, и есть приоритет для одного ученика мотивированного, чтобы не создавалась ситуация неуспеха для других детей. Мы с вами видим, мы много апеллируем на семейный кодекс и федеральный закон, и родители именно являются отвечающими за качество образования, за качество развития ребенка, за его социализацию, за его воспитание. И, безусловно, этот формат, два месяца, в котором мы прожили, мы с вами видим, что четыре полноценных участников, они имеют место быть. Это и семья, это учителя. Это учащиеся, это и детский коллектив. Безусловно, преимущества дистанционного обучения обсуждали много специалистов. Конечно, есть плюсы огромные, но если мы будем говорить на будущее, в качестве аргумента это, безусловно, повышение качества обученности несовершеннолетних через углубление своих знаний, через выход на другие платформы, через расширение своего мировоззрения, через мотивацию в том числе. Но мы с вами видим, что эти технологии наибольшую пользу приносят для тех ребят, которые более старшего возраста, которые более ориентированы уже на получение профессии, на сдачу профильных экзаменов на ОГЭ и на ЕГЭ и так далее. И мы с вами увидели, что именно от отношения родителей мы видим и отношение к ребенку. И зачастую мы сталкиваемся с разным поведением в разных ситуациях. И вот этот удивительный социальный опыт, который получила каждая семья, мы должны развернуть на будущее и взять то полезное, которое позволит усовершенствовать и педагогический процесс в ВУЗе, и подготовку будущих учителей в Московском педагогическом государственном университете, ну и развитие тех форм, которые связаны именно не только с работой с родителями, а с взаимодействием с родителями, чтобы принимать их как тех субъектов, которые вместе с педагогами решают задачи образования и обучения. Спасибо. Спасибо большое, Елена Николаевна. Вот так все время приятно слушать университетских сотрудников, вот так успокаивает очень, по крайней мере, убаюкивает. Так и что же, будете менять все-таки программы для педагогов образовательные? Как полагаете, подстегнет это изменение программы обновления? Когда мы говорим об образовательном контенте и программах, которые связаны с профессиональным обучением и с педагогическим образованием, то прежде всего мы должны делать больший упор на формирование тех компетенций, которые позволяют быть более гибкими, более коммуникабельными, работать в условиях многозадачности, развития эмоционального интеллекта. Это то, во что споткнулись очень многие уже работающие педагоги. Поэтому если мы будем выстраивать на опережение, когда мы будем давать определенную систему профессиональных ценностей, мы минимизируем те риски, которые связаны вот именно с теми
профессиональными стрессами, которые пережили педагогические работники. Когда мы говорим о педагогическом образовании, мы четко понимаем, что педагогический процесс носит целостный характер, что он обусловлен компонентом целеполагания, и педагогическая цель, она заложена и в стратегических документах, и в национальной стратегии, и в федеральных, региональных законах об образовании. Мы должны понимать, что наши педагогические работники ориентированы на работу с разным контингентом обучающихся, он с каждым годом меняется. И благоприятная ситуация для каждого, и с нормотипичным развитием, с ограничением жизнедеятельности, для тех, кто имеет хороший доступ к интернет-ресурсам, к технологическим возможностям, малообеспеченные семьи, чтобы у каждого абсолютно ребенка был равный доступ к качественному образованию. И задача как раз-таки педагогов – создавать условия, которые учитывают эту индивидуальную особенность, которая может выстроить индивидуальную траекторию образования. Вот это вот то мастерство и те моменты, на которые мы должны делать больший упор в профессиональной подготовке будущих учителей, будущих специалистов в области воспитания в том числе. То есть это то, что касается именно учителя будущего, который может выстраивать работу в изменяющихся условиях, быстро адаптировать свои навыки, быстро адаптировать подбор форм и методов работы. Это как раз-таки вот наша задача как педагогических работников, вот всю эту палитру разнообразных форм, методов обучения и воспитания, форм обучения и воспитания, активной, интерактивной. То есть наше образование должно быть современным, чтобы дети, которые дальше выбирали поступление в учебные, в профессиональные заведения, могли использовать навыки, полученные в школе, их развивать, и чтобы школа была той платформой жизни, которая даст вот именно старт для развития. Образование – это социальный лифт. И наша задача как педагогических работников – помогать, чтобы результаты были высокоэффективными. Спасибо, Елена Николаевна. Ну что же, от учителя будущего перейдем к учителю настоящего. Антон, вам слово. Как вы все это пережили? Расскажите, пожалуйста. Ой, ну если про личное впечатление, я, наверное, здесь не очень показатель, потому что я как раз тот учитель, который не чувствовал, что он отступает. Я, наоборот, у меня это было самое продуктивное время за всю мою учительскую, может быть, еще не очень большую карьеру, но это было время потрясающих вызовов, открытий, потрясающей профессиональной коммуникации, которая просто взорвалась в эти месяцы. Я имею в виду горизонтальную, конечно, коммуникацию, не вот эти вот указивки бессмысленные сверху, которые перестали наконец-то доходить по причине больших расстояний, а я имею в виду горизонтальную коммуникацию педагогов внутри сообществ. Вот, это, конечно, очень круто, и я буду очень скучать, скажу честно. Если это закончится. Я, конечно, жду, чтобы закончилось, но скучать буду очень. Вы знаете, про родителей, все-таки возвращаясь к изначальному вопросу, да, про родителей, учителей, школу, горячо поддерживаю Леонида Анатольевича в том, что глобально, конечно, ничего не поменялось. И под Луной, да, мало чего есть нового. Скорее, вот у меня есть образ, может быть, близкий к тому, что он говорил, у Гоголя в «Страшном месте» сказано: «Вдруг стало видно во все концы света». Вот «вдруг стало видно во все концы света» — очень многие вещи проявились дистантом. Ну, проявились разные сюжеты, как радостные и счастливые, так и не очень. Да, проявилось, например, значительное для родителей, да, и что в обратной связи мы часто слышали, значительная роль имитационных форм образовательных, да, которые, ну, когда родители вдруг увидели, что детям ничего не задается на самом деле, да, и никакого процесса не происходит. Вот. По разным причинам. Это не обвинение, но это некая констатация. Да? Роль имитационных форм в нашем образовании, к сожалению, часто очень велика. Но я сейчас не об этом и не о грустном. Мне кажется, самая существенная проявленность дистанта – это фокус на отношения. Не на контроль, не на результаты, не на... не знаю, что еще, не на жесткую дисциплину, а именно на отношения. Потому что стало видно, вот я сравниваю обратную связь у разных коллег. Там, где эти отношения были выстроены до дистанта, там все было хорошо.
А там, где этих отношений не было, пусть были высокие результаты, пусть были гениальные субъекты, все начало проваливаться. И вот это, мне кажется, очень важный фокус на человеческие отношения, от которых в конечном счете зависит, мне кажется, гораздо больше, чем от чего бы то ни было. Еще один любопытный позитивный опыт, я надеюсь, это никого не смущает, но это я не могу их запереть, иначе будет просто громко. Это будет хуже. Вот. Второе, мне кажется, что еще проявил дистант, это новые возможности. Я сейчас, конечно, не про технику, потому что техника – это прекрасно, но это в конечном счете дело техническое. А значит, ну не десятое, но второе, третье. Возможности, которые появились, расскажу о моем опыте, который я очень ценю. Это возможность, учитывая, что все находятся дома и все буквально в одном пространстве, возможность сделать родителями, родителей полноценными участниками образовательного процесса. Я сейчас не про то, что они учебное время организуют, а про мой опыт задания, которые делали все семьи целиком. Для меня было важно, разумеется, не загрузить родителей еще чем-то, а сделать для них ну, такую даже своего рода психотерапевтическую отдушину в условиях очень тяжелой работы на удаленке у всех. И эти задания, которые выполняли дети вместе с родителями, это был такой вариант семейного досуга. Например, родители готовили семейный читательский клуб по произведению, которое мы проходили на уроках. Это был роман Пушкина-Дубровский. И один маленький диалог из этого читательского клуба. Дедушка говорит своему внуку, который учится у меня в 6 классе, «Я последний раз читал эту книгу 50 лет назад и перечитал ее вчера благодаря тебе и понял, что». Вот мне кажется, это событие семейной жизни и образовательной жизни, которая ну, настолько дорогого стоит. Ну, еще у меня они снимали буктрейлеры, снимали маленькие сценки экранизации литературных текстов, где актерами выступали тоже родители вместе с младшими братьями и сестрами. И вижу, как это да, просто давало всем энергию и силу. Ну, мы знаем, что творчество, в общем, дает энергию и силы всегда, а в условиях самоизоляции в особенности. И вот это очень такой оказалось, что семья такой прекрасный ресурс, не в смысле, вот мы иногда говорим «семья как ресурс», а имеем в виду семья как ресурс в таком, знаете, как мы про полезные ископаемые говорим, да? Вот, значит, ресурс тоже. Вот она тут поможет нам рабочий стол убрать, тут семья поможет дневник проверить, а тут семья поможет пошлепать, тут семья поможет еще что-то. Я про другое. Семья в буквальном смысле участник того события, которое у нас происходит. Нам кажется, что мы даем задание ребенку, его выполняет ребенок, и это как бы его, ну вот он. Но на самом-то деле это все действительно часть экосистемы, и родители действительно вместе с детьми, как бы, ну их невозможно отделить. И вот здесь прекрасная история, как это можно в условиях самоизоляции, как это может превратиться в учебный инструмент. Антон Алексеевич, ждем во втором получасе от вас каких-то советов и рекомендаций, как вот максимально это все реализовать. А я передаю слово Фишбейну Дмитрию Ефимовичу, директору лицея. Что вы нам скажете? Что нового вам удалось сформулировать, увидеть? На что нам надо обратить внимание? Спасибо, Наталья. Ну, я тоже попробую все-таки к теме буквально. И мне кажется, честно говоря, и мы это видели, ну, я сразу такой дисклеймер сделаю, я говорю про подростков и старшеклассников. У нас в лицее учатся этот возраст, поэтому я скорее про это. Мне кажется, все-таки разные ситуации по началке, средней школе и старшей. Я скорее про старшеклассников. Во-первых, мне кажется, что этот процесс просто сам собой заставил родителей встретиться с ребенком. Я вот тоже, как Леонид Маркович, у меня, вот правда, не внуки пока, а сын в 8 классе, в силу моей некоторой занятости, я бы так сказал, я тоже с большим удивлением встретил его дома, и мы с ним стали значительно чаще видеться, чем вообще в какой-либо другой жизни. Поэтому первое, что произошло, и мне кажется, что это не всегда была простая ситуация для подростков и их родителей, это просто длительное нахождение вместе, узнавание друг друга, потому что папа с мамой, которые пришли вечером, или ребенок уже старшеклассник, который тоже приходит вечером, в общем, могли и не видеться достаточно долго. Это первая история. Вторая. Мне явно кажется, что дистанционное обучение обострило и в этом смысле позитивно в правильную такую историю уровень самостоятельности ребенка.
просто вынудила, да, вот определенным образом эта ситуация, вот эту вот учебную самостоятельность и какой-то собственный выбор ребенка по отношению того, что он будет делать, а что он не будет делать, оно просто предоставило буквально этот выбор. И в этом смысле у родителя есть все время здесь такая развилка. Либо я, соответственно, сажусь рядом с ним, начинаю его контролировать, понимать, что он делает, что он не делает, либо я, понимая то, что вот этот вот навык самоменеджмента, выстраивания своего времени и выращивания этой учебной самостоятельности как взрослости является очень важным навыком, я нахожусь рядом, но при этом не заменяю его. В этом смысле есть очень хорошее, как мне кажется, выражение, что хорошего родителя-подростка можно определить по количеству шрамов на языке. Вот чем чаще он его прикусывает и не говорит, что надо делать, когда, куда, кому, во сколько и так далее, тем, в общем, с моей точки зрения, позиция правильная. Поэтому первый такой мой глобальный тезис, он заключается в том, чтобы родители пытались, по крайней мере, с подростками искать формат взаимодействия и обсуждения того, что происходит, но и при этом все-таки отпускали его в это свободное плавание, в ошибки, которые он совершает. Да, он понимает, что он что-то пропустил и надо будет потом догонять. Это важный опыт, который может быть актуализирован просто той ситуацией, которая есть. Это первое. Второе. Про возможности. И мне кажется, что очень важно, что показало дистанционное обучение, это то, что появилась возможность, по крайней мере, в ряде школ и не только школ, для ребенка разрушить стены этой школы, наконец-то. Потому что если я могу пойти на занятия в Zoom не к этому преподавателю, а к другому преподавателю, что я не мог сделать в обычной школе, реальная практика вольного слушателя, который может пойти на какое-то занятие, на какое-то не пойти и так далее, она на самом деле рождает расширение образовательных возможностей. И поэтому в этом смысле тоже занятная достаточно роль родителя. Либо он говорит: нет, друг мой, есть электронный журнал, у тебя в 9:25 занятия, мне написали в чат, что ты там должен быть, иди. На слова ребенка: я не хочу туда идти, я там ничего не получу, мне там неинтересно, я хочу пойти на самом деле в другое место. Вот здесь вот возникает правильный вопрос для того, чтобы обсуждать, почему это так, а что ты хочешь, а какие твои устремления, а почему это содержание, почему тебе история не нравится и так далее, и так далее. Вот мне кажется, в этом смысле понимание и родителям расширяющихся возможностей образовательных для ребенка и его тоже изучение это, чтобы он вступал в такую вот, ну скажем так, профессиональную коммуникацию в этом смысле ребенка, это шанс. Вот то, насколько родители потенциально хотят и могут этим воспользоваться, это, в общем, очень интересно. Поэтому я бы, наверное, вот такие две вещи отметил. Ну, наверное, совсем последнюю. Конкретно, если говорить про нас, я не знаю, насколько это характерно для других школ, мне кажется, характерно. У нас большой лицей, у нас в каждом классе учатся по 700 человек. Мы на прошлой неделе впервые провели родительские собрания, и к нам впервые пришли практически все родители. В 10 классе или в 9 и так далее, 700 человек в одном месте, мы никогда не имели возможность никогда их собрать просто-напросто, а теперь у нас эти возможности появились. Спасибо. Спасибо большое. Екатерина, можно вас пригласить к нашей беседе? Ну, Рыбаков фонд поддерживает, мне нравится вот эта философия, вот эта идея расширения социальных связей школы, школа как, в общем, центр сообщества того, где она оказалась. А вот скажите, помимо вот основного вопроса, сработали вот эти социальные связи? Помогла вот эта социальная подушка расширенная, на ваш взгляд? Здравствуйте. Да, я представляю Рыбаков фонд. В Рыбаков фонде мы сформулировали концепцию «Школа-центр социума», и теперь стараемся заразить этой идеей как можно больше людей в школах и вне школ, которые как-то взаимодействуют со школами и стараются их поддерживать и оказывать помощь по мере сил. И это в первую очередь родители.
И на ваш вопрос отвечая, вот мне очень отозвались слова Антона о том, что, и мы это видим на собственном опыте подтверждения, что те школы, которые до перехода на дистанционное обучение сумели выстроить отношения с сообществом, они не испытали особых трудностей, а наоборот, они сумели в этом приобрести новый опыт вдохновляющий, который они хотят взять с собой в следующую жизнь. А те школы, которые, даже имея высокие формальные показатели в соответствии с нашей с той моделью образовательного результата, которая сегодня распространена, те школы столкнулись с колоссальными трудностями. Им невозможно было, применяя привычные меры воздействия, элементарно собрать детей в онлайн-классе. И вот, продолжая эту тему, я хочу сказать, мы буквально вчера с небезызвестным Димой Зицером обсуждали эту тему. Он настаивает на том, и вот мы здесь вначале тоже озвучили как исходный постулат, что родители являются заказчиками образования. Он как представитель школы тоже придерживается такого взгляда, а я, честно говоря, скорее ассоциирую себя с родительским сообществом. Да? Я вот мама четверых детей, одна из них дочка, вот закончила лицей при высшей школе экономики, училась у Дмитрия, и так, а видно меня и слышно, да, по-прежнему? Да, да, все видно. И я, будучи родителем, думаю, что родителю не очень полезно читать себя заказчиком образования. Хотя, ну, это не значит, что если родитель не заказчик, то он никто, да? У родителей, безусловно, есть право выбирать учебное заведение, если есть такая возможность. Но даже если такой возможности нет, родитель может занимать проактивную позицию, но само ощущение его, само восприятие его скорее как партнера для школы, потому что именно видеть в школе партнера для обеспечения вот, образовательно-воспитательного процесса своего ребенка – это вот полезная такая позиция для родителей, и мы как раз эту идею стремимся распространить. Про то, чтобы выстраивать именно партнерские связи, основанные на доверии и подчиненные общей цели. Да? У нас общая цель – дать детям образование, которое позволит им стать автономными, дееспособными, повзрослеть, в конце концов. Да? И вот так. Таким образом, мы видим еще один участник здесь, вот кроме того треугольника, о котором сказали, да, родители, учитель, ученик. Елена упомянула коллектив, детский коллектив, да, а мы еще видим сообщество как еще один действующий такой участник, именно сплоченное и самоорганизующееся вот это сообщество, которое участвует в жизни школы, вовлечено. То есть вовлеченность – это важный фактор, когда… Ну, то есть мы уходим от конкуренции. Как только встает вопрос о том, что кто-то заказчик, а кто-то исполнитель, сразу начинают выясняться вопросы, кто кому что должен. Да? Когда есть сообщество, там отношения больше такие, ну, партнерские, доверительные. И, ну, вот так. И, кстати, сказать про то, что в зависимости от возраста тоже отношения меняются, и что у родителей с детьми старшего возраста возникает больше дистанции, может быть, да, то есть родители... Если они все правильно сделали, короче говоря, на предыдущих этапах, да, были вовлечены достаточно в младшем возрасте, то в старшем возрасте дети уже способны взять на себя ответственность за свое образование, за свою учебу. И родителям остается только наблюдать за тем, как их дети справляются с этими нагрузками. И вот когда в старших классах родители активно вовлечены в и проверяют домашние задания, и контролируют, там, пришел ребенок в школу или не пришел, то вот такая вовлеченность, она скорее нездоровая и скорее говорит о том, что где-то на предыдущих этапах что-то было упущено.
Вот. Спасибо большое, Екатерина, спасибо. Ну, это здорово, это вот, мне кажется, ценное наблюдение, что действительно, если мы создаем вот эти социальные связи, если мы не пытаемся свалить друг на друга, кто виноват, а все-таки решаем, что делать нам всем вместе, то это дает позитивный эффект, такую синергию и повышает качество образования, ну, конечно, наших детей. Мы, собственно, из-за этого все и переживаем, и ругаемся иногда, а может, и не очень иногда. Ну что же, давайте перейдем ко второй части. Коллеги, попрошу вот немножко так пооперативнее, в пределах 3-4 минут, ваши все-таки прогнозы, советы, рекомендации, как нам так вот позитивно взаимодействовать и выстраивать дальше наши отношения. Или лучше все забыть и сделать вид, что ничего не было? Леонид Анатольевич, пожалуйста. Вы знаете, у меня, значит, несколько такая, как у дедушки, циничная, наверное, позиция, да, с позиции, значит, вот этого опыта древности, да. Первое, мне кажется, очень важно, я для себя вывел это правило, что если можно что-то не делать, то не надо делать. Это честно и правильно. Вот. Это, ну, то есть надо сначала понять, мы точно хотим что-то менять в себе и в окружающих отношениях, не придумывать лишнего. И второй очень некий посыл, который здесь существует, заключается в том, что если мы решили что-то делать, и это на какую-то перспективу, там, 3 года, 5 лет и так далее, то если мы не начали менять это, делать это завтра, буквально в немножко, но завтра, а отложили это на какую-то длительную перспективу, то на самом деле мы ничего не делаем. То есть надо обсуждать, понятно, стратегические задачи, но если у нас нет понимания того, что мы собираемся изменить в себе, в своей деятельности, буквально вот на краткосрочный период, то, значит, мы ничего на самом деле менять не собираемся. Вот теперь, руководствуясь этими двумя аксиомами для себя уже теперь, я бы сказал, что я думаю сейчас и как директор, и как учитель, и как представитель издательства, на краткосрочную перспективу. А что нужно сделать до 1 сентября? В режиме, что как бы нельзя не сделать, ни при каких обстоятельствах. Мне кажется, существует несколько вещей, которые каждая школа может сделать, вне зависимости от того, в мегаполисе она находится или нет, или там в сельской местности, и на самом деле должна сделать на всякий случай. В последнюю очередь это вопросы сервисов. Сервисов, интернета, платформ и так далее. Понятно, что о них необходимо позаботиться, но это задача администрации, она должна ее там решать. А вот есть вещи, которые должны сделать, видимо, все учительское сообщество за эти 3 месяца, несмотря на то, что это каникулы, несмотря на то, что это отпуск, несмотря на то, что это ЕГЭ. Первое. Мы должны заготовить сами для себя резервное тематическое планирование на тот случай, если мы снова вынуждены будем выйти на дистанцию. Это резервное тематическое планирование должно включать существенно больше, уменьшенный предметный материал, существенно большую самостоятельность учащихся и существенно более жестко выстроенные межпредметные связи. То есть будем мы это делать или не будем в штатном режиме, я не знаю, но не заготовить этот сценарий и не заложить такую возможность, что, допустим, там, не знаю, какой-то день октября, осени и так далее, мы открываем пакет и начинаем резервный вариант, то это будет неправильно. В апреле у нас такого варианта не было, сейчас он точно должен быть. Мы не можем себе эту ошибку второй раз позволить. Это не профессионализм. Второе, что мы должны точно сделать за лето, мы должны заготовить избыточное количество курсов дополнительного образования или внеурочной деятельности, как угодно ее можно называть, которые просто поддерживают на плаву ученический познавательный интерес. Даже если они не приносят никаких образовательных результатов в традиционном виде, измеряемых здесь и сейчас, это все равно необходимо сделать, потому что если они потребуют, они будут категорически необходимы. А если этой ситуации не произойдет, то они все равно будут очень полезны в штатном режиме. Вот не потратить время 3 месяца на решение 2 задач было бы категорически неправильно. Дальше есть то, что можно сделать сверх этого. Это касается планирования образовательных результатов, выстраивания самостоятельности учащихся.
Это касается создания нового контента, который могут сами создавать школы или учителя, могут кого-то привлекать для этой задачи. Но это как бы избыточно, хорошо, важно, нужно. Но есть необходимые вещи. И вот о них я сказал, их, собственно, три. Надо проверить, что платформа, интернет и все, железо и софт работает. Надо заготовить новый совершенно вариант тематического планирования. И надо заготовить избыточное количество курсов дополнительного образования. У нас на это 3 месяца. Спасибо большое, Елена Николаевна. Ну что, хочешь мира, готовься к войне. Для меня это так прозвучало немножко угрожающе. Ну, а как, ну, понятно, все-таки педагоги, школы – это профессиональная сторона вопроса, а родители – не профессионалы. Как им подготовиться и о чем лучше подумать? Ну что ж, я отвечу словами Антона Семеновича Макаренко. Ближняя перспектива, средняя перспектива, дальняя перспектива. Если задан вопрос относительно родителей, семейной среды, прежде всего продумать то пространство, которое является удобным, где можно выполнять уроки, общаться со сверстниками, чтобы это было качественно. Когда мы говорим о будущем, да, мы должны продумать, что электронная образовательная среда – это та действительность, которая с нами теперь останется. Для поколения Z, пусть мы так и будем называть, необходимо то образование, которое соответствует определенным особенностям детей 21 века. Когда мы говорим о перспективах на ближайший год, на несколько лет, мы понимаем, что, переходя вот на такие форматы, мы должны понимать, что очное обучение и дистанционное, электронное – это не зеркальное перенесение расписаний, организация учебной работы. Это, опять-таки, те навыки, которым нужно осваивать, учиться и адаптировать себя к этому. Когда мы говорим об электронной образовательной среде, дистанционном обучении, мы обращаем внимание на содержание, на контент, где можно найти, как подключить родителей, как мотивировать учащихся и прочее. И самое главное плюс на будущее – то, что отдельно для каждого обучающегося может быть создан реальный, индивидуальный образовательный маршрут, когда для каждого подбирается то содержание, которое связано с обученностью на базовом уровне, на продвинутом уровне, когда мы не просто работаем с теми ребятами, которые откликаются, которые коммуницируют, но учитываем особенности каждого ребенка. Это та принципиальная позиция, на котором будет стоять и педагогическое образование нашего университета, и, безусловно, учитывая интересы каждого обучающегося, мы вкладываем все-таки в гражданскую позицию каждого человека, который является гражданином Российской Федерации. Здорово, спасибо, Елена Николаевна. Антон Алексеевич, ну давайте, делитесь лайфхаками для родителей. Что нам делать, как нам дальше учить детей вместе с учителями? Ой, я не уверен, что вправе давать родителям какие-то лайфхаки, может быть, скорее как раз коллегам. Мне так понравились советы Леонида Анатольевича, я хочу сказать, что я по такой программе хочу работать, и если не будет никакого дистанта, в которой будет меньше контента, больше межпредметных связей, это мечта, так здорово, никуда не гнаться, спокойно действительно выстраивать. Это же только помогает всему. Так что спасибо, я это, пожалуй, себе зафиксирую для любого варианта развития событий. Лайфхак, может быть, из какого-то моего опыта для всех. Я бы сказал, что... Очень здорово, и, кстати, можно замечательно потратить и, ну, не все, конечно, летнее время, но, по крайней мере, вот ту его часть, которая явно будет тоже самоизоляционной, на разнообразный формат обратной связи, как по итогам года в целом, так и дистанта. И вообще продумать эту обратную связь, потому что она в каком-то смысле, в общем, основа основ. Обратная связь и с детьми, и с родителями, со всеми. И, может быть, не только в формате, да, там, анкет в Google формах, но и каких-то живых человеческих разговоров. Я понимаю, что мне самому, вот, и вижу какие-то свои недоработки в этом, очень важно в самое ближайшее время и в начале сентября обязательно заниматься
на родительских собраниях не сообщением плана работы на ближайшее время и прочим вещам, которые сейчас стало очевидно, что блистательно можно сделать, используя электронные сервисы, на которые не надо тратить время, а проговариванием оснований. Зачем мы это все делаем? На уроках, в школе и дома. А именно вот это проговаривание оснований, мне кажется, является основой дальше успешной, хорошей совместной работы. Мне очень близко то, о чем говорила Екатерина Рыбакова. Мне категорически неприятна формулировка «заказчик», но мне очень близка формулировка «собеседник», «партнер», «сотворец». Какой бы, может быть, патетичной она ни звучала, но она делает нас людьми, а не объектами. И вот мне кажется, нам всем, в общем, надо как-то попробовать постараться выстроить вот эту обратную связь и диалог про самые главные вещи, про основания. Не про то, как нам ЕГЭ сдать, а про то, зачем мы вообще здесь в школе все находимся. Потому что мы, вот стало ясно, что мы все в ней находимся. Теперь важно обсуждать принципиальные моменты. Спасибо большое. Ну что же, попрошу, наверное, Дмитрия Ефимовича сказать, ну как, готовы вы к увеличению учеников, принять родителей в ученики и как-то вот всех вместе увязать? Будут ли какие-то с этим сложности? Ну, спасибо. Я могу сразу ответить, вот на этом закончить. Родители не готовы принять вот в ученики. Нам, в принципе, хватает тех, кто. Так, если вот говорить, что дальше, мне кажется, что три вещи, каких-то три совета и самим себе, наверное, можем дать. Во-первых, мне кажется, что нам нужно больше данных. И мы, конечно, вот все здесь собрались замечательные совершенно люди, и мы высказываем свои точки зрения, но они очень субъективные, поэтому я очень надеюсь, в том же Институте образования Высшей школы экономики, где я тоже работаю, запустили большой проект «Школьный барометр» и международный проект. Я надеюсь, что по результатам, и, кстати, на салоне образования, так мои коллеги тоже будут рассказывать про это, очень интересно, что покажут данные, там, кажется, как бы 70 тысяч они человека опросили, разных категорий, да, участников образовательного процесса. То есть первое, вообще нужна, конечно, какая-то аналитика. Второе, мне кажется, что родителям надо все-таки посоветовать, как-то сформировать свое отношение к школе. Мне не кажется, что есть универсальные вещи. Я за специфические школы, за уникальные школы, за позицию школы, и за позицию родителя, который либо разделяет эти ценности, либо не разделяет. Поэтому в этом смысле я считаю, что лицей, например, Высшей школы экономики не для всех. И как бы честно об этом говорю, что у нас есть вот своя концепция, с которой вы можете соглашаться или не соглашаться, и тогда делать свой выбор. Поэтому мне кажется, что этот период показал для родителей определенные грани школы, и у них есть, Екатерина совершенно права, главный выбор – это куда, собственно говоря, ребенка привести. В школе я бы посоветовал, наверное, себе в первую очередь, странную историю. Мне кажется, нам нужно выработать антимонопольную политику. Нужно наконец-то понять, что мы не монополисты. И поэтому то, насколько школа будет готова засчитывать образовательные активности ребенка вовне, и если наша замечательная девочка-десятиклассница ходит в великолепную внешнюю физико-математическую школу, показывает там прекрасные результаты, а мы ей говорим: нет, дорогая, на физику сходи, на математику сходи, и мы тебя еще по своей системе оценивания будем здесь оценивать и так далее. Вот в этом смысле ситуация явно изменилась, и если так, то мы должны составить белый список, наверное, и черный тоже, образовательных активностей, которые мы принимаем безоговорочно и говорим: да, ребята, мы понимаем, что это, и мы готовы это признать. Ну и совсем последнее, всем нам, мне кажется, стоит пожелать уже такого полного понимания того, что иногда надо просто перестать строить планы. Уровень неопределенности, в который все попали в результате вот этого, никто не мог представить, что вообще такое возможно, в принципе. Вот мне кажется, что это еще и про то, чтобы мы наконец-то привыкли к тому, как быстро меняется действительность и как надо к ней адаптироваться.
Слушайте, ну это очень вдохновляющее такое выступление. Я размечталась. Мне кажется, это вот как из фантастического романа. То есть это вроде бы этого очень хочется, чтобы были вот такие уникальные, яркие школы, и чтобы каждый ребенок, каждая семья нашли свою школу, имели возможность в нее попасть. Екатерин, ну как вам? Верится, что вот мы сможем? Хватит нам социального капитала, чтобы как-то вот, ну, по крайней мере, сдвинуться в эту сторону, опираясь на такую непростую ситуацию? Спасибо за такую формулировку. Мое убеждение в том, что если мы верим, значит, мы сможем. Я точно верю. И мой прогноз о том, какой будет школа, вы знаете, вот эта ситуация показала, что очень многие вещи, которые мы раньше воспринимали как само собой разумеющееся и что-то высеченное в камне, что оно не таково, да, то, что многие вещи могут меняться с нашим участием или без него, но вот эти изменения, они неизбежны, и это надо принять. И вот, мне кажется, самое опасное сейчас оставаться в ощущении, что когда-нибудь все восстановится и будет как раньше. Как раньше точно не будет, ситуация меняется и будет продолжать меняться, независимо от нас. Школы... Школам имеет смысл, конечно, обратить внимание на то, как они выстраивают отношения с родителями. Школы должны заботиться о том, чтобы родители были лояльны к школе, расположены. Ну, то есть это уже становится очень важным фактором, да? Второй момент, что в школу приходит не ребенок, а представитель семьи, да? Можно сказать, что вместе с ребенком в школу приходит вся его семья, и тоже на это нельзя уже закрывать глаза, это надо учитывать. А для семьи что важно? Чтобы ребенок действительно был счастлив и получал удовольствие, да, и поэтому в школе важно тоже учиться работать с мотивацией ребенка. Вот это вот тоже крайне важно, о чем Антон говорит. То есть пусть это будет не в программе какая-то история, а просто для того, чтобы ребенка замотивировать и увлечь. Спасибо большое. Еще один момент, да, что родителям очень важно перестать ожидать, что школа там что-то сделает для них, а вовлекаться, быть соучастниками этого процесса, не жалеть свой ресурс, время, энергию. Вот так. Спасибо. Я благодарю всех наших экспертов, участников. Программа ММСО не заканчивается, продолжается. Я надеюсь, что все получится. До свидания.